have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами все-таки домучили этот секрет. Я тут бегал, пытался все-таки, не давало мне покоя. Вы только посмотрите, на карте есть два одинаковых места. Первое, там, где мы входим в эту локацию, и там у нас загадка со столбом света. Второе место было здесь, оно выглядело точно так же. Я вас, наверное, задолбал в прошлой серии тем, что я здесь все-таки пытался что-то сделать, однако в этой серии я решил сюда вернуться. И решил поэкспериментировать, а что будет, если повтыкать факелы по-разному? Я оказался прав. Только что, буквально, вот я думаю, вы это слышали, открылась стена. Вот эта стена, которая должна была открыться, вот она. Факел мы отсюда заберем. Ну что, ну его нафиг. И рычажок. А этот рычажок открывает нам вот эту дверь. Все, крутяк. Вот, видите, вот эта вот стена, она открывается, когда два факела на разных стенах зажигаются, при этом, когда на основной центральной колонии у нас нету факелов вообще. Вот в чем была фишечка у нас, то есть вот так это делалось. Теперь мы сюда можем пройти вот через здесь. Интересно, куда этот проход просто, сейчас посмотрим. То есть, судя по карте, я не знаю, куда тут можно еще дальше идти, ну, надеюсь, что это интересно. Стоп, что? Это не проход? Это секрет? И все? Блин. Плащ егеря. Уклонение 4, ловкость 1, выносливость 1. А что твой плащ дает? Уклонение 2. Ну, по-хорошему, да. Вот это бы тебе одеть. Ты у нас на передовой. Так что... О, травка. О, травка. О, травка. Я еще кое-что хотел поэкспериментировать. Сейчас попробуем, ребят. Во-первых, так он... В смысле? Вот у нас... Ну, у нас свиток огня, да? Который дает нам... Мы можем без свитка огня пользоваться... Во-первых, мы можем магией пользоваться, видимо, и открытой рукой. Интересно, будет разница с посохом, без посоха, наверное, будет. Допустим, вот у нас, включая магию огня, без вставленного списка. Списка, свитка. Она работает. Получается, все эти свитки... Все эти свитки, они нужны только как информация. Они не нужны для того, чтобы... Вот это интересное кино. Значит, я могу, получается, ему во вторую руку поставить... Да хоть копье. Чтобы он мог бить не магической, а физической атакой. Правда, как бы нафиг оно мне надо, но теоретически пусть будет. Мне интересно, когда свиток в руке, он усиливает эффект магии или нет? Вот что я хочу узнать. И если усиливает, то как? Так, вот эти трусы я, наверное, выкину. Все равно я буду, не буду их носить, скорее всего. Тут был просто секрет и все. Ну, блин. Я думал, тут будет проход куда-то, который я пропустил. Мне это не давало покоя 2 дня. Я думал, вот я начну запись, я все-таки пойду поэкспериментирую. Фиг там. Блин. Это просто... Мне сейчас, кстати, проще вернуться. В эту сторону. Нет! Спасибо. Сколько раз я уже в это попадался? Сохраняемся. Ну тогда все. Тогда этот уровень у нас наконец-то до конца пройден. Ну я надеюсь, что я ничего не пропустил.
Мне нужно, выходит, разобраться со свитками. Железные двери, великие награды могут быть найдены за ними. Эти свитки, кстати, это просто информация, да? Да, хорошо. Компас в руке мне что-то дает, нет? Интересно. Ладно, пусть будет копье. Магию мне нужно, выходит... Знаете, кстати, что еще протупил-то? Есть свиток вот шока, горения, защиты от яда. Свиток защиты от яда. Мы могли кастовать себе защиту от яда, когда я так бомбил, что яд меня достает и яд меня мучает. У меня была все время комбинация магии защиты от яда. Или я не могу ее кастануть? Так. Требует навык магия земли 13. Так, так. А, не умеет. Все, ладно. Я думал, что я лоханулся и это... Так, ладно. Магия земли 3. Ядовитое облако. Магия льда 3. Осколки льда. Земля 7. Ядовитые стрелы. То есть, чтобы я мог стрелять обычными... Ну, нет, наверное, все-таки будут магические стрелы, необычные. Огня 2. Воздуха 4. То есть мне все-таки, чтобы пользоваться разными магиями и изучать разные магии, мне придется его прокачивать. Fireburst. Блин. Ваши огненные шары более мощные. Так, хорошо. Блин, у меня тогда теперь вся прокачка накрывается, потому что я собирался делать немножечко другое. Я собирался получить еще 10 энергии здесь, и... Вообще хотел сюда 4 вкачать, чтобы было уклонение, здоровье. Блин, а получается, что, ну, это логично, что я магическими заклинаниями могу пользоваться только когда я знаю магические заклинания. Так, отлично. F5, между прочим. Ладно. Я думаю, что теперь с секретами мы разобрались, теперь мы можем идти вперед, отхватывать дальше лещей, люлей и всякое такое. Так, было у нас дело вот здесь. Портал. Лы. Где я? Зачем я? Метательный ножик. А что это за отсчет шел? Извините, пожалуйста. Да? И что это значит? Где вообще? Ого! Ого! Ну, допустим, я здесь, да? Так, ладно. Блин, стоп. Я куда-то дубинку выкинул. Факел. Кстати, блин, девахи бы поесть не мешало бы что-нибудь. Что у нас из поесть осталось? На. Все у нас вроде как более-менее сытые. Почему-то она была голодающей. Ха. Интересное кино. Это мне нужно будет предугадать или как-то... Давайте я в пяточку попробуем пару раз. Вот я сюда камни поставлю. F5. Все, поехали. Раз, два,
Три. Игра сохранена? Почему? Я не попадаю или что-то? Сейчас, минуточку, ребят. Раз, два, три. Да. Это нужно было сделать вот таким образом. То есть, получается, мои камни поулетали вниз, в неизвестные края. Черт, сколько камней тогда я потратил, получается, да? Это я заберу, спасибо. Там книжечка есть, между прочим. Блин, а мне туда надо. Книжечка. Мне туда нужно. Так, камушек я заберу. Оставлю здесь какой-нибудь ненужный хлам. А у меня есть ненужный хлам? Еще остался? Нож 5, кинжал 7. Ну, наверное, нож я сюда положу. Работает? Работает. Хорошо. Стоит ли мне сюда упасть? А, пойдемте. Там все равно мои камни внизу. Там что-то ползает? Или мне кажется? А, вот и моя дубина, кстати. И хавчик нашли. А что здесь? Тут просто яма, что ли? Кстати, смотрите, здесь стены выглядят по-другому уже. Здесь прям кладка такая интересная. Хорошо, хорошо, за камушками сходили, F5. Нормально, меня устраивает. Что у нас тут? Угу. Офигеть. Вы мне предлагаете пробегать это? Но! Зачем мне поторопить? Блин. Ого, ого, ого! Да какого-то промах? Магам нужно бить маги. Блин, они стреляют очень сильно. Я минус 2. Блин, тут очень крутые ребята. А чё я тут могу вообще сделать? Где я? Я на пятом... Все, я понял. Я понял, почему все так плохо-то. Я, наверное, сейчас загружусь, скорее всего. Мне такое не устраивает. Я не знаю, где воскреситься, поэтому... Ну, тут, конечно, травка есть, лечение и все дела, но мне это вряд ли поможет, если я буду ходить с двумя трупами. И к тому же я не знаю, как отсюда выбраться. А, ну там рычаг какой-то был. Я сейчас просто из любопытства дерну. Я понял. Туда нельзя.
Иди сюда, дружище, иди. А почему у тебя так мало жизни-то было? Ладно, в 5. Блин! Да как ты промахиваешься-то? Ладно, здесь я пока живой, хорошо. Ладно, попробуем пройти, я просто не знаю, там... Там реально проблема. Надо несколько раз, наверное, бежать и... Так, ладно, давайте создадим хилочку. Из чего? Из тебя? Нет, не из тебя. Из тебя хилочку? Да. Отлично. На. И у тебя, у каждого должно быть по одной хилочке. Так, хорошо. Ну, из передовых я имею в виду. На всякий случай. Давайте мы, наверное... нет, не так. Поспим. Восстановимся. Чё-то четвертый этаж прям весь загадка. Блин, чё ты так медленно восстанавливаешься, дружище? За стеночкой что-то ползает. Ладно. Черт с ним. Давайте, наверное... Так, секунду, секунду, ребят, секунду. Я сохранился пока на другой слот. Посмотрим, как все будет проходить. Я тебя понял, я тебя понял. Да ёпарасоте, идите сюда. Я не хочу с вами в открытую драться. В открытую это вообще не вариант. Я не такой честный чувак. До свидания. Стрелы, стрелы я буду собирать. Копья эти я уже не буду собирать, они тяжело, они не нужны. А стрелы буду собирать. Так, маг у нас, кстати, серьезно вымотался. Так, пойдемте дальше. Портал. Вот драугры опять лежат. Блин. Блин. У меня заклинание заканчивается. Блин. Я тебя перехитрю, тварь. Так,
Так, мне не хватит? Уже не хватает, все, надо отдыхать. Давайте тогда, в самом деле... Ай, да че, я постоянно их путаю-то. Давай немножко отдохнем. У мага просто энергия очень быстро заканчивается. Он вроде как относительно самый стоящий сейчас у нас человек, но... Так, ладно, что здесь? Здесь хавчик. Кстати, что у нас насчет хавчика? У тебя вес подходит, ты пока нормально. Я вот думаю, стоит ли, ну, нужно ли мне столько факелов. Ну, факелы, это все-таки довольно ценный материал. Я два раза подумаю еще перед тем, как их выбрасывать, если я вообще их буду выбрасывать. А почему у нас там не исследовано? А потому что я от них убегал, да? Там вроде как ничего нету. Или мне кажется. Но тут явно ничего нету. Я могу, наверное... О, нет, в смысле ничего нет, еда есть. Я могу, наверное, где-то упускать какие-то секреты. Здесь стены выглядят по-другому. И, возможно, кнопки здесь-то тоже, наверное, будут выглядеть по-другому. Посмотрим. Так, и туда, туда у нас тоже ничегошеньки. Мне бы понять, как выглядят кнопки на этих стенах, было бы круто. Хм. То есть, тут у нас... Явно есть какая-то какой-то проход с той стороны, но туда мы никак не попадаем. Так я понял? Наверное... Кнопки, кнопки. Как же вы выглядите, а? Кнопки. Вот это выглядит очень сильно, как кнопка. Но это не она. Может, это? Не знаю, не знаю. За этой стенкой что-то плямкается, чавкается. Не знаю, короче. Не вижу я пока решения. Мне один раз нужно увидеть, как выглядит кнопка на этом уровне, и тогда я смогу понять, могу ли ее нажимать или нет. Ладно. Да? Мы здесь? Тут везде надписи, кстати. Два раза тебе в нос. Иди сюда. Кстати, F5. Раз мы опять на своем этаже оказались, то F5. Идите сюда. Идите сюда, уроды, отхавайте. Блин, вот они стреляют жестко, у них урона просто дофигища. Вы тоже подходите. Не стесняйтесь, F5. Получили. Ну, один получил на 12 точно. Ай, блин, магом промазал. Вот это было сейчас фиаско. Маг у нас по массе бьет, поэтому им лучше бы не промахиваться. Сдохни, тварь. Стрелы. Надо будет как-то этот лук попробовать. Ну, какого фига? У меня на него уже и стрелы подкопились, и все так, и в пяточка. Зачем сохранять? Мне нужно поспать. То есть, по сути, я мог сюда, если бы я подох там внизу, я мог бы сюда вернуться и воскресить своих персонажей. Но тогда я этого, кстати, не знал. Угу. Отдохнули.
Ладно, это у нас порталы, которые ведут нас к разным время и поток. Серьезно, это у нас центральная комната с порталами? Преступление забыто. Пещеры отдают эхом. Вы не офигели? Усыпить. Вечное заключение. Сады зверя и зверинец. Блин. Намеков много, я понимаю, да. Следы мысли. Катакомбы, спасибо, блин. И тут у нас что? А тут у нас и проход уже на следующий этаж, если что. Да. Блин, вот эта фигня с люками, это, конечно... Люк, я твой отец. Ай, какой бред. А тут ключик нужен. А сюда я... Понятно, да, спасибо. Ага. И сюда, не сюда. То есть, в любом случае, вы мне предлагаете куда-нибудь переться, да? Так. Усыпить. Значит ли это, что мне нужно тут поспать чуток? Наверное, и нет. Хотя... Стоп, хотя может быть. Я видел, как строилось это подземелье. Ну, круто. Но они отняли это место у моего народа и отвернулись от него. Ты чё, гном, что ли? Наполнили его ловушками и загадками. Оно предназначалось не для этого. Угу. Ладно. Ладно. Поспать дало какой-то эффект. Куда я... шел-то в прошлый раз? В эту сторону или в ту? По-моему, в эту. Время и поток. И поток. F5. Не, знаете, не F5. Сейчас, давайте вот сюда. И поехали. Это то же самое место, да. Птичку-то мы грохнули. Птичку грохнули. Вот здесь F5. И если что, отсюда будем загружаться и пытаться пройти дальше. Блин, все, я понял. А, вот это было. Надо было кинуть. Там какая-то курица. О, тут еще один сюрикен. А зачем мне оставлять эту штуку рабочей? На всякий случай, если мне придется возвращаться, допустим, через нее, да? Ну, давай я тут вот эту булаву оставлю. Она мне все равно, скорее всего, не пригодится. Давайте F5. Мы прошли. Но там был, знаете, там был какой-то закуток. Вон там, вон. И вот, смотрите, его тут на карте видно. Мы не знаем, что там. Там такая стеночка, и мы не знаем, что там. Вот это интересно. Я бы туда сходил. Так, тут курица сейчас будет. Как известно, курица не птица. А, тут две курицы. Ну, две вороны, в смысле. Три? Кар. Дерутся они так себе, ну то есть опасности я от них не вижу.
Я, наверное, даже, мне кажется... А, не, магии надо пользоваться, потому что иначе я сильно промахиваюсь. Блин, ну 19 все-таки. Там еще и солдат. Ты серьезно? На тебе. Пять. Молодец. Все отхавало. Делаем вот так. Вот так. Спим. Маг очень быстро утомляется из-за заклинания. Блин, он просто очень быстро устает. Надо бы ему качнуть или выносливость, или как эта штука называется. Потому что, ну, он вообще как сопелька. Так, 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 так. Все, поехали. F5-очка, поехали дальше. Да. А где я оказался? А почему я там оказался? Вы хотите сказать, что сюда можно прийти с четырех разных сторон? Раз, два, три, четыре. Там было четыре портала. Мы сейчас подошли с одной из дорожек. А как я свиток тут не заметил? Я молодец. Зелье, восстанавливающее энергию. Одна бутыль, одна кровянка. Чувак, я ж тебя даже кинуть ничем не могу, извини. О, а там вон есть кнопочка, кстати, на стене. С той стороны, где солдат, вон на стене есть кнопочка. А у нас тут я кнопочек, кстати, не наблюдаю. Пока что. Хм. Ну, допустим, примем за то, что у нас 4 портала, 4 этих. Так, хорошо. Понял тебя. Эта штука не дает, да? Эта штука... Понял. Оно мне не вредит, просто я могу собой это прикрыть. На, схавай. Ну, это называется пренанесение дэмэджа, префайр. Префайр. Так. А сейчас я... Ух ты ж, блин. F5. Где-то камень слышно, кстати. Где-то камушек восстановления, где-то здесь совсем рядом. Угу. Плиточка, кнопочка. Солдат. На, схавай, чувак. На, схавай, чувак. Да чё так мало урона? Блин, вы ещё и промахиваетесь. О, привет.
На, держи. Было бы неплохо не промахиваться, блин, у него... У него за счет копья огромная скорость атаки, ну его нафиг. Да что, блин, уже не хватит, да? Не хватит. Мы остались втроем. Это... Просто сил не хватит. Ну ладно. Хотя бы так. Ага. Наверное... Ну нет, не знаю. Пока не буду отдыхать. Пусть они восстанавливаются, пока исследую. Что у нас по карте вышло? Карта более-менее закрытая. Кнопка не нажимается копьем, кстати, если что. А, где у нас там мне щит? Дайте. Не нажимается. А почему? Может, с двух сторон надо? Глупо, конечно. Да сдохни, пожалуйста. Будь человеком, сдохни. А к... Откуда ты тут был, дружище, не подскажешь? Это была нычка, чтобы просто... А, вот, кстати, вижу. F5. Привет. У нас бычара голодай стал. Блин, мне уже не хватит. Ох, на 41, красиво. Ребят, вы же не хотите мне сказать, что они тут спавнятся? Разработчики, это было бы подло, если чё. Враг не должен уметь спауниться. Территория большая, я не спорю. Так, хорошо. На, факел тебе. А ты ему дай хавчик. И он слишком сильно руками машет. Ему надо отдохнуть. Ну, давайте я посплю. Давайте, пожалуйста, чтобы тут не было такого, что враги спавнятся. Это было бы очень подло. Я бы не хотел, чтобы такое происходило. Спавнятся, твари. Я понял, что мне надо сделать. О! Два? Серьезно? Мне нужно запереть здесь одного, для этого они спавнятся. Да, так это работает.
Ну, то есть... А это тогда как открыть? Это единственный пока способ, ну, то есть не способ, единственное, что я вижу, то есть для чего оно здесь, чтобы их запереть. Или... Ну, то есть он заходит, он там себя запирает, у него все хорошо. Но там у нас также есть одна спрятанная кнопка, одна явная кнопка. Кнопку у нас открывают, но кнопки они нажимать не умеют, все хорошо. Ну, запер я его там, нажал он там кнопочку. Мне нужно второй как-то открыть. Наверное. Мне кажется. А, вот оно. F5. Иди сюда, дружище. До свидания. Минус 2. Что дальше? У нас есть такое же где-то третье, да? Что-то другое открылось или закрылось? Так. Погодите. Блин, это тоже проголодался. Да чтоб тебя. А, все голодные. Крысиная лапка, на, скушай. Спать? Никто не заспавнился? Он заспавнился. Иди сюда. Заходи. Спасибо. Ты тут был совершенно необязателен. Блин, прикиньте, а ведь это бесконечный спаун экспы. Кстати, не знаю, сколько за них дают экспы и насколько это выгодно. Потому что если постоянно спать, то тратится еда. 90 экспы. Ну, не знаю, кстати. Ладно, по крайней мере, мы ушли из той комнаты. Но, знаете, что меня немножечко настораживает? Вон та секретная кнопочка, которая была, она была для чего? То есть в первой камере была в стенке еще секретная кнопочка. Да, окей, я в чем-то был прав. Это у нас второй выход. Второй... так, ты у нас говоришь о чем? Свиток. Но сны все равно будут сниться. Понял вас. Попасть я по нему не могу никак. Два пройдено, да, получается? Первый свиток у тебя был, да? Но никогда не прощено. Но сны все равно будут сниться. Это, по-моему, оба отсюда. Ладно, пойдем. Хорошо, допустим, сейчас мы почитаем надписи, которые здесь были. Это было время и поток? То есть нужно было пробежать за время. Хорошо, это имеет смысл. Сады зверя и зверинец. Зверинец — это звери в клетке. Мы их и посадили в клетку. Окей, это тоже имеет логику. Что здесь? Катакомбы. Спасибо. Я пошел дальше. Следы мысли. О, имейте в виду, что тут подумать надо будет. Я в пяточку. Туда нельзя, сюда, значит, надо. Сюда. 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 Сюда.
Так, стоп. Понял. Понял. Но это ошибка, да? Да. Хорошо, значит, вперед сюда. Сюда. А здесь у нас больше нету выхода, да? То есть вы предлагаете так. Так. Вот сюда. Вот сюда. Мне, по идее, туда, но я боюсь, что это может быть не то. Я молодец, блин. Нет, она закрывается. Да ладно вам. Так, ладно, секунду. Сюда, сюда. Угу, понял. Так, 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 так. Так. Сюда, сюда. Сюда. Тут приходится походить по кругу. А в прошлый раз я сюда шел или туда? Ну-ка. Все, я в западне, я понял. Это не сложно, это муторошно, блин. Фа-фа-фа. Да, все, все, я понял. Ладно, сейчас, ребят, минутку. Вроде как выбрались. А. Серьезно, это не сложно, это просто долго. Ну вот, я сделал таким образом, просто взял, когда нажал на кнопку, создал сохранение. Мне сюрикен мой вернут? Спасибо. Просто когда нажал на кнопку, создал сохранение, и от кнопки уже шел, чтобы потом дважды не ходить. А-а-а. А тут случайно? О! Здравствуйте. Отравленный кинжал? Зарядов! Ой, блин, он... Ой, блин. Он на заряды. Он на заряды. Я, кстати, где-то видел книжечку. Помните, сколько минут 20 назад или что-то такое была книжечка? И как ее получить? Я так подозреваю, что это один из тех секретов, которые я упустил. Я думаю, что я упустил два секрета. Один, там, где у нас люки проваливались... Угу, так, эта плита все сбрасывает у нас, если что, да? F5. А положить ничего нельзя, я так понимаю, да? То есть... Да, это у нас просто срабатывание механизма. Так, секунду, ребят, давайте я подумаю пока что.
А, ключ там. Ай, блин. Раз. Два. А, интересное кино. Ну-ка. Как тут ключ достать-то? Так, это закрылось. А! Все, что ли? Ой, блин, дурдом. Хорошо, что ту кнопочку нажали. Ладно, F5. Здорово, дружище. Давай ты сейчас сольешься по-быстренькому. У меня просто после загадок уже голова кипит. Я не хочу сильно тобой заниматься. Блин, офигеть. Причем я не про солдата сейчас офигеть, про то, какие здесь загадки. Ну, приходится немножечко голову ломануть. Вообще, как это все происходит. Так. А тут что? А, здравствуйте. Понял, понял, что это, понял, что это. Это вот это, да? То есть потому как схлопнулась дверь. Где оно, кстати, было? А, вот оно. Так, F5. Ага. Он, кстати, четвертый. Это надо успеть пройти, да? На его зов. Нас все равно будут... на никто не... Ну, никогда не... Вы хотите сказать, что это какой-то... Да? Серьезно? Давайте попробуем. Блин, не то. Мне нужно понять тайминг. Раз, два. Что? Ладно, это было не зря, да? Я какой-то механический ключ подобрал. Не угасаем. Я какой-то... Где я вообще? О, а это интересно. Я подобрал какой-то механический ключ. Зачем? Ну, тут я с этими дрался, с зомбяшками. Да-да-да, тут у нас эти стрелки были, все дела. Это то, куда я обычно проваливался. Ладно, я так понимаю, что там реально больше делать нечего. Это у нас центральный портал был, который нас и так возвращал. И то, что этот портал нас сейчас тоже вернет. Но механический ключ... О! То, что мне не очень нравится, у нас заканчивается еда. Это не очень красиво. Еды у нас не так много. Вот этот голодный. Блин, трое из четверых голодные, а еды у нас... Еды у нас не так много. Еды у нас не так много. F5.
за ногу! Я не знаю, какой оно урон наносит. Может, я зря в эту штуку хирикен-то вливаю? Блин, оно сбивает мои атаки, серьезно? Нет! Но оно очень сильное. Я не хочу его танковать. Ну, еще и бьет сразу двух передних персонажей. Отвратительно. Я могу сейчас, в принципе, знаете, что сделать? Погодите, F5. Зачем мне сейчас сильно напрягаться, спать, тратить еду, если у нас здесь недалеко выход? Я, правда, не знаю, насколько здесь чудища отдыхают, не отдыхают при всем этом, то есть респавнятся. Но мне проще вот так восстановиться, чем сейчас хавать что-то или зелье, или отдыхать. Так. Я не хочу на нее еще и ножи тратить, потому что я не знаю... А, нормально, сюрикены мне вернули. Пятый просто улетел очень далеко, все, нормально. F5. Ладно, ребят, у нас остались, получается, катакомбы. У нас есть механический ключ. А механический ключ, кстати, сюда, скорее всего, да? Ты что такое вообще? Легкая броня. Защита 9. Красиво. Защита 4. Защита 9. Это очень хорошие штанчики, кстати. Так. На тебе это. На тебе штаны, дружище. 4. А твои сколько были? 3. У тебя 2. То есть мы эти тоже, соответственно, меняем. Погоди, вот эти вот 2 я оставлю, и вот эти вот 2 я оставлю, а вот эти вот... Ой, положи. Вот эти вот я сейчас один. На, ты, кстати... Стой, я что-то не то, да, скинул? Или... Да, я не то скинул. Легкая броня. Это тебе, а вот это тебе. Все, одевай. У тебя все хорошо будет. Ходи в штанах, не простудись. Наверное, давайте я бычару сейчас покормлю сначала. Ну, я вот эти штанчики тут пооставляю. У тебя что? У тебя 3 защита. И у тебя 3 защита. Все, нормально. Вот для чего нам нужен был механический ключ. Ладно, мы в этой же серии получили отгадку. Хорошо. Хорошо. Но теперь нам нужно как-то проникнуть, получается, сюда. И для этого у нас вроде как есть последние катакомбы. След мысли. След мысли мы как раз с вами прошли. Катакомбы. Знаете, тогда давайте с катакомбами мы уже в следующей серии, потому что, ну, довольно морочно все это проходить. Спасибо, ребятушки, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.